просто мужчина завел машину, свое транспортное средство, и, видимо, произошла детонация, то есть в нем находились какие-либо, то есть детонирующие. Что-либо находилось, и произошла детонация, взрыв произошел. Вот. Видел то, что к мужчине, который сидел за транспортным средством, набрали группу лиц, подошли к нему и вывели, так как у него ноги отказали по-любому, потому что взрыв был в машине, там двигатель, ходовая система, все полетело. Взрыв был достаточно такой мощный, было его слышно на несколько кварталов по-любому. Затронуло он, вот взрыв затронул пару машин, выбило все окна, пострадал. Ну, ущерб был такой значительный очень.